Прощание с летом. Прогулка на Чамгарские пруды. 21 сентября 2018 года. Нам начали импровизация на фортепиано. Меньше люблю Чамгарские пруды, чем речку Яузу, наверное. Хотя там больше вроде бы воды, но солнце будет больше беспримерно сегодня к вечеру. Туда направил я свои следы. Запах воды болотной опьяняет. Не как коньяк, как древесиной бочка. Он нравится, ведь он напоминает, что будет там когда-нибудь и точка. Зеркально гладь светила на закате, и плеск весла байдарочника бардача. Я думал, девушка там в майке, а не в платье. Но тень под подбородком остановила, чего хотел бы написать я сгоряча. И светлые круги на темном отражении леса рисуют носом рыбы, чуть мелькнув хвостом. Две птицы черных прилетели, интересно, в воде на небе, и обе думали, наверное, об одном. Любуясь на пейзаж, иду и не смотрю назад. За лесом в доме высоченном окна золотятся, а не смотрю назад, печален вид закат. До завтра с солнцем мысленно прощаться. Невероятно гладь, такое сотворить никто не в силах. На берегу на том гуляют люди, очень мило, и отражение весело за ними все тут же мигом повторяют. Они живут все сами по себе, и ничего совсем помимо не подозревают. А сколько философии на лицах рыбаков, в очках, с усами, с шляпкой дамы. Мне любопытен был, конечно, их улов. Сковорода или уха, или пустого ожидания драма. Того, кто уходил, осмелился, спросил. И мне сосуд с водой показали, большие рыбы были там. Я пораженный зрелищем тем был. Эх, а лилий водяных уж нет, одни листы кругами, все цветы сорвали. Ну, надеюсь, просто отцвели. А жаба да-да-да, да-да-да, как очередь из автомата повторяла. Вот третье озеро. Все в тени, уток нет следа. На речку улетели, там горками их угощают прохожие немало.
спиной к озеру, с мостков зачарованно смотрю. Цветы желтеют в травах, как огоньки далеких звезд. Им втоят деревца, конечно, время к ноябрю. Трава же вся вокруг темнеет молчаливо, просто. Сгустели сумерки, все заросли темны. Вода лилово томно розовеет, на дне облака полосками красны. И огонек костра в далекой темени манит к себе. Эх, и там кого-то греет. Я оглянулся, и луна над темным лесом низко проплывала воздушным шаром. Кто в путешествии отважился, мне было интересно, отжившим романтичным способом и старым.